20.08. Получается 20.08. Девятого, а если по дате 20 августа. Так, посмотрим, сколько времени. 20.33. Полчаса я тут. Так, самолетик сейчас снимет. Вот он наш самолетик. Ан-12. Труженик севера. Так.
Тут еще свет не включили. На трассе уже есть свет. Не везде включили. Там работает свет, а здесь нет. Внизу еще, короче, не включили. Тут света нету. Хватит валяться. Маленькие дети играют. А, привет. Ты что, домой не идешь? А я папу. А? Папу. А он еще не приехал? Нет. Он на машине? Машина стоит. А? Похоже, поедет. Какая у него машина? Черная 463. Нет, я имею в виду это. Как марка? Карина. Карина. А чего он так поздно? Уже скоро 9 часов.
водку не пьянствует? Так. Нифиг. Самое главное зло – это водка. А где Толик? Что-то его давно не видел. Так он с папой не работает. На работе? С папой. А ему деньги платят? Да? Пять тысяч заплатили? Классно. Молодец, Толик. Вот на каникулы себе. За каникулы себе заработает денег. Что-нибудь купит, да? Телефон, наверное, да? Так он уже их потратит. Да? Ну, в следующий раз что-нибудь купит. А тебе он купил что-нибудь? Мы когда в Петропавловске Камчатском были, мы там покупали соки. А куда вы там ходили? А мы летели в А потом? А потом сюда, на сок. Только там в городе были? А что ты на коленках ходишь? У тебя дырки там были? А ты чья? Я Эли. Эли? Эдика. Эдика. А Эдик какой? Кивев. Кивев? Да. Эдик Кивев, Эдик Кивев. Эдик, брат у этого. Нет, какого? Эдик чей брат? Ваньки. Васьки? Ваньки. Ваньки? Привет. По дырке не сделай там на коленке. Потом как будешь ходить? Только дома. Скоро в школу, да? Уже готовитесь? Уже покупаете что-нибудь? Тетрадки осталось. Краски? Тетрадки. А, тетрадки? Ну это надо в город съездить там. Ярмарки проводишь. Крутой у тебя велик. Я говорю, крутой у тебя велик. А что он скрипит весь? Это сидух. А? Это сидух. Ну что, у меня этот велик уже 4 года. Да? Да. Я на нем 2 года не катал. Тебе надо уже побольше. Домик. Ладно, поехала я дальше. Ага. Воскресенье. Завтра? Что вы сказали? Наверное. Что-что? А что вы сказали? Я говорю, тебе велик надо уже побольше. Мне велик побольше. Потому что на следующее лето тебе уже он маленький будет. Ты же растешь? Мне уже 10. 10? О, старик. Давай не покатаюсь. Я посадил. А тебе домой не пора? Уже 9 часов скоро? А где ты живешь? На Королёва. Королёва? Надо А я на Королёва 29. Это где, наверху? 25, вернее. Да, наверху. А твоя как где? Где твой дом? Ну, где он находится? Не надо. Я знаю, где мы еще поднимаемся на ту горку. Ага. И там чуть дальше одного магазина, там есть еще дом. Дом там вижу. Да.
Ну давай вот тут. По этому тротуару вокруг давай. О, они уже тут. Здравствуйте! Здравствуйте! Я на вас. Это Женя! Я на вас подписан! Молодец! Это Женя! Молодец! А вы снимаете? А? А вы снимаете все? Да. YouTube? А? Вы в YouTube снимаете? Да. А какой у вас канал? А? А как он вас? Ваш канал называется? А потом спросишь у кого-нибудь, они тебе скажут. Тут многие знают. А сколько у вас подписчиков? 700 с чем-то. Тысяч? Нет. Пока столько еще людей нету в Магадане. А? У вас велики с колесами. Ну. Еще и фонарик. Ну, специально же сделаны. Тебя как зовут? Вовка. Вовка? Как? Булат. Булат? Булат. Вовка? Булат. Блин, я не понял. Булат. А, Влад? Да. Что там? Что звал? Привет! Готова! Мила! Я хочу такой, кстати. Ой, сколько вам лет? Мне много. Мне минус. Сколько? Иди на сладу, сколько? Ну, старше твоих родителей. На сколько вам лет? А? Сколько вам лет? Мне 60. Вы на велике катаетесь? Конечно. А что твои... Твои родители такие старые, уже не катаются на великах? Маме 33, папе 30. Ну вот видишь, на 30 лет я старше их. Мама, мне на 27. Ну-ка не крути педали. Чего у тебя там трёт? А? Нет. Там что-то шоркает у тебя. У тебя там что, грыжа на это, на резине, да? А? А. Ну надо менять покрышку. Магадан съезди и купи. Что, устал что ли? Ну-ка покажи грыжу. Где она там? Она полная. Нет, вот тут я видел. Покрути дальше. Еще, 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 еще. Вот. Грыжик она? Конечно, грыжик. Он даже порванный. Да. Поэтому и задевает. А вот она. Я говорю, покрышку надо менять. Родителям скажи, папке, покрышку надо. А? Он на все глаз просто.
Так, надо музыку сменить. Да. Да? А это вам в камеру, да? На голове. На голове вот это. Это фара. Это фара? А как это снимать? Она светит все вокруг. Да я шучу. Дрифтили? А ты что, дрифтить умеешь, да? Нет. Поэтому и порвал. Маленькие детишки ушли, родители забрали. Давай домой, Иза. Уже поздно, уже темно. Будем потихонечку забираться.
Да, поехал. Влад. А тут что ли он живет где-то? А спроси у других пацанов, они там знают, подскажут. Вот через лесок поехал.
мышцы сводят на ногах и корни. По ночам они не строят, что ли? Так вот, мой дом прямо. Надо просушить эти резину. И избавиться от песка лишнего. Вот, короче, получается, что я как с аэропорта выехал, еще ни одной остановки не сделал. Собачка, ты чё, а? Ты чё пугаешься?
Да никто не видел. Ты что, гуляешь? Да, я вот там в магазине. В магазине? Да, вот. Тут, тут новенького. Да ничего нового. Что, вот, по грибы ездил куда-нибудь? Не. У меня можешь не спрашивать про рыбалку, грибы, охоту, ягоду. Вообще не можешь не спрашивать. А что? Да я не это, не любитель. Это я могу спросить, когда, знаешь, уже по желанию, там, как там ягода. Что ты, ягоду не собираешь? Нет, ну сейчас, наверное, на те выходы пойдем, все, мы ходили за грибами. Ага. Ну, два пакета, по-моему, набрали. Взял такой. Так что как-то вот так. А что, я... Хоть на трассу мотать? На трассу? Да. Ну вот сегодня я съездил туда, правда недалеко. Смотрю, перебулся, да? Ну да. Да извинись. Это другой велик. А, это другой? Да. Тот я большой продал. Да. И сколько... И сколько он стоит такой? Ну тогда он стоил 50. Ну он того стоит. Фу, блин, он даже по дешевке я его продал. А, да? А это натуральная цена какая? Ну в то время было, блин, где-то 70-80 тире вот так. Угу. А я его за 50 продал. А это за сколько? А этот, этот дофига тоже стоит. Тоже непростой. Здорово. Я нормально. А? Охуенно правильно. А что ты дочке не купишь? А? Дочка говорит, что не купишь? Да нам хотят отдать велик у детки. Типа там все целое, там надо то ли педаль найти, то ли чего так. Так он новый, ну по словам он новый. Вот, и ну, этот Пака знаешь серого? Серегу? Да, Пак. Да. Ну вот, он хочет стать, забываем его дать. Чего да? Велик. Какой? Для малой. Вот. Ну, он сказал, как бы, он новый, там нам надо на него педаль, короче. Так а вот что, у тебя деньги просит? Нет, он вот так отдает. Ну, сходи, пойди, забери. Да надо, как он сказал. То я вижу, она, блин, пешком ходит, я говорю, что ты не катаешь? Да, я да, вижу, да, она да. Хорошо так катается, блин. Да, да. Молодец. Ну, я где-то на съемках она есть. Да, я уже накатался. Я сколько. А это задний вид, да? Да. Че, и видно в зале, да? Конечно. Нихуя себе. Машины-то видно все. Они же должны светиться, и я сразу вижу. А это и прорвался шлем вместе с аппаратурой вот этой, да? Нет, конечно. А нет? А ты сам встраивал, да? Конечно. Ну такой шлем в первый раз видел. Да это просто шлем отдельно продается, это там уже на него сам покупаешь, навешиваешь. Ну Ванька, рад тебя видеть, увидимся еще, а? Давай. Давай.